Мы находимся на интересном немецком сайте mask-werkzeug.de. Это онлайн магазин по продаже всевозможных инструментов, аксессуаров для фальцевой кровли. И вот мы сейчас изучаем инструмент для кровельных работ. Плоскогубцы изогнутые на 45 градусов с мелкими зубьями. Включен перевод с немецкого на русский. И это помогает переводить с немецкого языка. Вот здесь есть описание этих плоскогубцев. Стоят они 69 евро. И позволяют вот эти мелкие зубья для лучшего захвата. Особенно для работы в труднодоступных местах. Сменно изолированные рукоятки. Длина 240 миллиметров. Ну, то есть это для таких труднодоступных мест, если нужно сделать какую-то отгибку. И вот такой вот интересный предлагается вариант. Ну, продолжим наше дальнейшее изучение этого интересного сайта. Вот далее мы посмотрим, какие есть. А вот есть тут пробелы, то есть нет фотографий. Вот высекатель жести, например, БК1 2 89 евро, и это с левой стороны. Это вырубные ножницы фирмы Маск. Вот новый у них появился продукт. Карнизный станок сегментный. 415 миллиметров комплект. 877 евро. Ну и есть видео, как он работает. Дам я ссылку на видео канал в Ютубе этой фирмы Маск. А далее мы вот смотрим с правой стороны плоскогубцы Маск 100 миллиметров. Ну, стоят они 108 евро. Эти плоскогубцы кровельные для формирования конвертов. Так это переводится по-русски. Вот. Есть клещи кровельные для загибки. Тут написано швов, лучше фальцев. Или кромок лучше перевести. Клещи кровельные усиленные. Для отгибки кромок. Вот так правильно. 80 миллиметров. 112 евро стоит. Вот интересный еще такой набор фиксированных точек. 32 миллиметра. То есть это позволяет по этим точкам отгибать нужные кромки на нужном расстоянии. Ну и вот очень интересная профилегибочная машина комбинированная КП-3 для закрытия фальца. Стоит он 489 евро. Если интересно, можно нажать на вот кнопку более информации и посмотреть подробности. Комбинированный вот с правой стороны профилегибочный станок для закрытия. Тоже интересный. Фальцезакаточная такая машинка ручная. Ну, стоит уже подешевле, 329 евро. Вот опять здесь набор стержней с фиксированной точкой 28 мм. Состоит из 100 штук, зажимов 28 метров и пассатижей
тоже рекомендую посмотреть подробности. Ну и для карнизного свеса удлинительный сегмент 100 мм для карниза гиба. Вот он еще тут появляется, сегментный карнизный станок 415 мм. То есть это такой интересный, ну, называется по-русски карнизная рамка, два в одном, то есть она делает и отгиб, и дожимает. Такой сегментный универсальный станок, ну, фактически карнизная рамка. Ну и к нему вот стоит она 632 евро. А с правой стороны у нас удлинительный сегмент 150 мм для сегментного карниза гиба. Он стоит 93 евро. То есть это для этой универсальной карнизной рамки есть сегменты. Далее высекатель жести. Вот БК-1 повторяется. Здесь что еще интересно? Круглый слуховой доводчик для углового стоячего фальца. Тоже интересный. Такая фальсозакаточная ручная машина. 458 евро. Ну и вот интересные изолированные плоскогубцы, они пишут. На самом деле 36 евро, но на самом деле это зажим, который не царапает. То есть губки сделаны специальным материалом. Вот такой интересный у нас сайт. И можно будет с ним уже ознакомиться непосредственно. Я даю ссылку на этот сайт. И можно будет ознакомиться с ним подробнее. То есть это фирма Маск. Ну вот, если вам интересно другие, Пайка, например, ну, для мастерской на складе, они очень это много предлагают для работы. Прошу ознакомиться с этим интереснейшим немецким сайтом. Спасибо за внимание. До новых встреч.